Привет, мои любимые зумчики! Добро пожаловать на мой канал Зум Слайм! Сегодня мы с вами сделаем настоящую пироженку из слайма с ароматом маффина! Я хочу протестировать вот такой вот набор, типа жвачки для рук. Кстати говоря, это не первый мой набор из этой серии. Я тестировала уже другие. Кто не видел, обязательно посмотрите. Просто полистайте там вниз куда-нибудь. Мои видосики найдете. Я уже вооружилась ножницами. Хочу снять эту пленку, потому что она так сильно бликует, что меня просто бесит. Быстрее. Снимаем, и все. Мы молодцы. Жвачка для рук пахучая и не липучая, страшно приятная и текучая, аромат маффина. А вы знали, первая жвачка для рук была создана в Шотландии в 1943 году, представляете? Изобретатель Джеймс Райт хотел получить вовсе не жвачку, а новый сорт резины для автомобильных шин. Оригинальный состав жвачки называется не ньютоновская жидкость, она течет как вода, прыгает как мяч и трескается от удара как твердое тело. Я, кстати говоря, ни разу не видела, чтобы не ньютоновская жидкость прыгала. Я видела, как она течет. Ну, даже трескалась она от удара, ну и то она, наверное, трескалась от того, что там было много крахмала, а вот чтобы она прям прыгала, я такого не видела. Кто знает то, что не ньютоновская жидкость трескается и прыгает, напишите в комментариях, может быть, видосик какой-нибудь скиньте, где это показано, потому что для меня это просто шок. А здесь внизу нарисовано, вернее, написано, что входит в состав, и я просто в шоке, когда это произведено, это жвачки, этому набору уже целый год, представляете? Надеюсь, там ничего не испортилось. Очень хочется в это верить. Давайте открывать коробку и смотреть, что же входит в состав. Да-да-да-да, вот такая вот штучка, вот такая вот штучка. Стаканчик. О, у меня уже был, по-моему, как-то раз такой стаканчик в каком-то из наборов. Здесь такие вот перчатки. Очень вкусно, кстати, пахнет. Просто безумно вкусный ароматизатор. Поливинилацетат. Вот такая вот инструкция. Палочка для замешивания. А также здесь есть раствор тетрапарата натрия. Натуральный краситель. И, ой, натуральный ароматизатор. Кстати, получается, наш с вами маффин будет вот такого вот красного цвета. Ароматизатор немножечко потик. Но это заметно, да? Я думаю, всем. Поэтому так пахнет вкусно в коробке. Кстати, он весь вытек. Блин, там совсем капелька осталась. Жесть, неприятная ситуация. Но да ладно, спустим это все на тормозах. Пускай протекло так протекло. Давайте смотреть, что у нас здесь в инструкции написано. Надень перчатки, возьми стакан, налей поливинилацетат, добавь 10 капель красителя. Короче, давайте по факту будем читать и делать. Первым делом нужно взять стакан и надеть перчатки. Я не буду их надевать, потому что они шуршат. И вам будет неприкольно смотреть видос. Поэтому я уже беру вот этот поливинилацетат, встряхиваю его. Он как-никак целый год в коробке находился. И теперь добавляем в наш стаканчик. Все, я все налила до последней капельки. Практически. Закрываем и убираем в сторонку. Смотрим, что нам нужно делать дальше по инструкции. Добавить 10 капель красителя и тщательно перемешать. Открываем краситель. Блин, что-то он не открывается. Открылся, все хорошо. И добавляем 10 капель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Супер, вообще насыщенный какой-то краситель. Мне кажется, я добавила больше 10 капель. Но надеюсь, ничего страшного не произойдет. Смотрите, это похоже на лапку. Реально ведь похоже на лапку или у меня глюки? Надеюсь, он не будет окрашивать руки, потому что у меня уже был опыт с подобными наборами. Там был синий краситель, и он сильно окрашивал руки. Они прям были синие. Аж страсть просто какая была ужасно мерзкая. Я молодец, я все перемешала. Теперь смотрим дальше. Получилось? А если не получилось? А вот если не получилось, почему они мне не пишут, что делать? А вдруг у меня не получилось смешать это все? Но да ладно. Смотрим, что же нам прилагают далее. А теперь 5 капель ароматизатора. Не подоси флакон близко к носу. Знаете, у меня здесь не будет 5 капель, потому что он весь протек. Да и вообще пахнет, конечно, безумно круто. Мне кажется, здесь даже одной капли не будет. Ладно, ого, 2 капли. 3, 4, 5! Реально осталось 5 капель. Офигеть, просто шок. Снова перемешиваем. Теперь в эту массу нужно налить глицерин. Слава богу, хотя бы он не протек. Написано то, что нужно добавить весь глицерин. Так что я буду добавлять весь. Погнали.
Ой, блин, эта штука попала в слайм. Ну ладно, ничего страшного. Потом я ее оттуда достану. Когда-нибудь. Но это будет не прямо сейчас. Смотрим, что же идет дальше. Последний этап, самый важный. Постепенно вливаю в стакан тетраборат натрия, одновременно замешиваю массу. Попроси взрослых помощь, чтобы один человек добавлял раствор, а второй размешивал. Представляете, как все очень сложно. Но я же спец. Я же мастер, я же слаймер высшего уровня, шутка, конечно же, нет. Но я все равно попытаюсь добавлять раствор тетрабората натрия в одиночку. Добавляем несколько капель и перемешиваем. Там уже начался процессинг весь полностью. Можно добавить еще несколько капель и снова перемешиваем. Очень важно это все тщательно перемешивать и не добавлять слишком много раствора тетрабората натрия. Поэтому я включаю режим миксер и начинаю супер-пупер-мега быстро это все перемешивать. Наверное, можно остановиться и добавить еще немножечко тетрабората. Погнали дальше. Мне кажется, там все вспенилось. Я такими темпами вообще реально в миксер превращусь. Добавляем еще тетрабората. И снова все перемешиваем. Вау! Посмотрите, какая красота. Это, конечно, еще далеко не слайм, но все же уже что-то получается. Можно еще этот раборат добавить, вернее, нужно. И продолжаем все вымешивать. Смотрите-ка, что. Смотрите-ка, что. Там внутри все очень жидко. Я, наверное, добавлю туда чуть-чуть этот раборат. И продолжаем это все вымешивать. И, наверное, уже можно доставать из нашего бешеного стаканчика. Очень много всего на столе лишнего. Ого, оно так взбилось, оно такое все пузырьковое. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, плохая идея, конечно, как обычно. Лайфхак. Берем кусочек слаймика. И попытаемся все достать из нашего стакана. Ну, практически у меня получилось достать всю массу, там немножечко на стенках осталось, но это не критично, пускай так и будет. Теперь смотрим на наш слайм. Убираем вот эту вот бешеную штучку, которая туда попала, этот бешеный шармик. Давай, отлепляйся, пожалуйста, все чётенько, все отлепилось. И снимаем это мороженое с палочки. Ого, и готовый слайм, реально, офигеть, я не верю своим глазам. Он так быстро заактивировался. Он такой приятный, он такой эластичный. Вы посмотрите, какой кайф. Очень классно хрустит. Давайте им покликаем. Это просто безумие. Вау. Как он круто растягивается в какую тоненькую и прозрачную пленку. Очень круто хрустит. И да, ребят, если вы слышите на заднем фоне звуки храпа, знаете, это Баксик, он просто спит у меня рядом в ногах и храпит. Он любит сниматься вместе со мной, вы его не видите, но зато вы его слышите, для него это самое главное. Кстати, подписывайтесь на его инстаграм, он там фоточки всякие выкладывает, сторисы, если любите мопсиков, да и вообще собачек, он вам там будет рад. Ого, как классно, прям круто кликает. Я реально просто в шоке, какой крутой слайм получился. Смотрите, как растягивается. И теперь можно здоровски похрустить. Теперь я предлагаю убрать это все в сторонку и надуть мега огромный пузырь. Надеюсь, у меня это получится. Пожалуйста, поддержите меня лайкосиками. И просто мысленно поддержите. Я буду знать, что вы меня поддерживаете. И вы молодцы! Я знаю, вы ставили лайки. Поэтому у меня получилось надуть такой огромный пузырь. Давайте прямо сейчас проверим, будете вы сейчас лайки ставить или нет. Если у меня получится огромный пузырь надуть, значит, что вы ставите лайки и меня всячески поддерживаете. Если нет, то мне будет очень грустно и обидно. Нифига себе, сколько вы лайков наставили, что у меня такой огромный пузырь получился, класс.
Очень круто. Я забрала весь слайм со стола и хочу вам сказать одно. Это просто пушка. Это не слайм, это огонь. Я не могу сдержаться. Хочется им кликать, играть, растягивать, жмякать и все такое. Он очень вкусно пахнет, несмотря на то, что я в него добавила очень мало ароматизатора, потому что он весь протек куда-то непонятно. Настолько сильно протек, что у меня сейчас во всей комнате пахнет ароматизатором, потому что когда я открыла эту коробку, это было что-то супер-пупер-мега-волшебное, такой вкусный аромат реально какого-то кексика. И посмотрите, как классно этот слаймик сейчас бликует, какой он весь блестящий. И теперь знаете, что вас ждет? Супер-пупер-мега-хруст. Делаем. Это была супер-пупер-мега-разочулечка, которая супер-круто хрустела. И теперь вас реально будет ждать мега-супер-хруст, потому что когда вот так вот слаймик растягиваешь, и вот так вот его делаешь, он хрустит просто божественно. Слушай. Кайфово, да? Скорее пишите оценку для этого наборчика в комментариях. Я ему поставлю 5 с плюсом. Теперь это будет мой самый любимый набор из всех от этой фирмы. Он вкусно пахнет. Слайм получается просто волшебный. Весь такой воздушный, напоминающий Fluffy слайм. Очень-очень нежного розового цвета. В общем, все как надо. Все, что я люблю. Ну, а вы напишите в комментариях, как вам вообще такие наборы, нравятся они или нет. Вот этот я вам могу прям смело порекомендовать, потому что на самом деле очень мало годных наборов, которые можно купить и которые стоят не очень дорого, но вот этот относится именно к годноте. Ну а на этом спасибо, что вы были со мной. Я буду рада, если вы поставите лайкосик, оставите комментарий, подпишитесь на канал и все такое. Ну а я вас очень сильно всех люблю и увидимся с вами совсем скоро. До скорой встречи, всем пока!